Ну что там увидел? Слушай, да мне тут короче, хер один хуяч на кулаках. Блять, да у меня лагает, пиздец. А, я его вырубил, короче. Что у меня тут, короче, иш есть. О, ножик, ёпта, заебись. Все нахуй. Этаж, да? Да. Давай. Патронов отсыпь только потом. Так, на пожар случай, реально. Патроны отсыпь. А чё, Макарыч что оставил? У меня в руках там. А, тут лежит он просто. Так, стопарики. Убил одного. Он где был? Они второй этаж. Еще один остался. Короче, надо как-то этого ему прописать хэт. Я не знаю, блядь, смогу, нет. Я буду обходить с другой стороны. Короче, ты заходи вот с той стороны, с которой мы. Просто открой дверь, стой сбоку. Откуда мы заходили? Да. Открыл дверь? Ясно, а ты где? Блять, я с другой стороны. Как разница, хочу открывать дверь. Открыл. Че, убили? Их двое, что ли, там? Он внизу под лестницей сидит. Их он один там или два? Один. Подойди ближе. А, все, мне перевязаться нечем. Вон, подыхаю. Ты к нему заходишь? Ау. Сейчас он дверь открыл или ты закрыл? Я ничего не закрывал. Я говорит. Куда ушел? Открой дверь, короче. Блять, попал на один раз. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, смотри, я его убил или нет? Нет, 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 я промахнулся. Нет, я ему топором в голову должен был стукнуть. Да нет, ни хрена. Он ушел. Давай, у меня пока перезапуск, сейчас приду. Все, без сознанки. Там ушел еще один. Еще один. Блять, быстрее. Перезаряжайся. Перезаряжайся. Все, без сознанки, короче, не смог. Жалко. Пиздец. 50 человек, нахуй, все бегают. Опачки. Это уже интересно. С орлом-то, блядь. Ух ты, ну, твою мать. Пидор.
фонарики. Так, минус. Хуя себе. Ебать, это что за хуйня? Читаки, что ли? Или что это, блядь? Это, блядь, что там такое происходит? На нахуй. А я так и думал, что ты, сука, неспроста здесь бегаешь-то. Так, походу, здесь кто-то еще есть. Пойдем глянем. Кто там еще есть? Сученыш. Вот он был второй. Так, быстренько перевязываемся. Вот он только здесь оказался. Это... Еще один. Ёб твою мать, сколько у вас здесь? Охуеть.